Ребят, всем привет! Мы сегодня идем в американский магазин 5.11, тактическая одежда. Это видео я хочу сделать специально для тех, кому интересна данная продукция. И для того, чтобы у вас была возможность сравнить цены, посмотреть, какие здесь бывают скидки на разный товар. Ну и плюс я хочу сегодня забрать свой новый рюкзак. Всем привет, это Руденк. Заработная плата. Точка зрения. Ну вот, ребята, значит, сегодня мы будем забирать мой новый рюкзак. Мне на него делают скидку. Дело в том, что я купил лук, и для этого лука нужен специальный рюкзак, в котором я могу переносить. Очень классная штука. И вот, собственно, так выглядит магазин 5.11 в Штатах, на Гавайях. Особенность нашей семьи то, что это единственный магазин, в котором мы можем покупать вещи для Валерии и для меня. Нам очень нравится качество, в принципе, объективная цена, особенно если вы попадаете на сейл, цены у них бывают очень классные, то есть штаны можно купить там за 20-25 долларов, кофты, футболки там по 10-15 баксов. Если вы хотите, конечно, что-нибудь новое, какое-нибудь классическое, то тут нужно будет потратить минимум баксов 40-50. Ну, в общем, такая штука. Посмотрите, очень интересно. Вот. Также мне нравятся здесь некоторые вещи вот такого характера. Нам выдают их в армии, но в 5.11 лучше молнии и крой более интересные. Они в этом плане молодцы. Это новая, значит, Repeat Assault Shirt, 75 долларов. Классная штука, но сегодня мы покупать ничего подобного не будем. Основная задача сегодня, почему мы сюда приехали, это рюкзак. Вот чем мне нравится конкретно 5.11 сейл, распродажи, просто оценка очень жесткая, там до 50%. Например, я брал практически такую же куртку, у меня она есть коричневая. Я платил тогда порядка 90 долларов за нее. 34 бакса сейчас она здесь. Подожди, 34 доллара. Не поверят. Вот, на данный момент она 34 доллара. Очень классная штука. Это зимисезонная, то есть весной, осенью. Обалденная фигня. Мне очень нравится. И нравится вот рукава. Потом как-нибудь покажу, как она выглядит у меня. У меня коричневая такая. А, что еще, например? Вот такие вот там, рубашки. Это женские для девчонок. Тоже рубашки там по 20 долларов, 25 долларов. Уценка очень-очень мощная. Мы покупали вот такие хорошие, качественные рубашки с пуговками, не отваливающиеся, швы. Очень-очень классно прошито, материал классный. 25, 20 долларов, 18 долларов на распродажу. Приходите сюда, и вы нормально на 200 баксов можете одеться. В 5.11 не все товары мне нравятся. Например, обыкновенные футболки я не ношу 5.11, потому что мне нравятся более индивидуальные, поэтому мы их печатаем и заказываем отдельно. Стоит атрибутика, которая присуща именно нам. И, собственно, это мы будем продавать. Но есть вещи, которые незаменимы. Это рюкзаки, это штаны. Тактические штаны в 5.11 – это отдельная тема для разговора. Это огромный опыт, и это очень классно сидит. Фишка в чем? Мы сегодня пришли, и у 5.11 новая партия обуви. Я все время проклинал обувь 5.11, потому что они ее шили очень ужасно. Но сегодня их несколько образцов, несколько новых моделей, которые достойны уважения. Я хочу обратить ваше внимание на это и посмотреть. Может быть, мы, в принципе, с Валерией кое-что купим, потому что она тоже кое-что присмотрела. Вот обувь, которую я присматриваю на данный момент себе для походов на хайки и на охоту. 6 инчей подъем берца, это мой любимый размер, я носил много разной обуви, низкая, высокая, высокий берц, то есть 6 инчей это максимально удобный для меня, очень классный, выглядит со стороны, нужно попробовать их поносить, посмотреть, как они работают на практике, подошва классная, а мне нравятся вот эти вот внутренние зацепы, как раз то, чего нет в армейской обуви, очень жалко, что мы не можем такие носить. Покажи их. Во время службы. Вот такая вот штука. Угу. Вот, очень классная фигня. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. И их цена. А я, да, их цена. 200 баксов. 200 баксов. На 210 долларов. Я думаю, мы их купим, но не сегодня, чуть-чуть попозже. И еще один момент, который Валерия присмотрела. Я думала, забыл.
Нет, я про тебя не забыл. Вот, а Валерия 84 доллара. Валерию купим вот, сегодня. Вот за это Валерию я обожаю, потому что ее обувь, которую она присмотрела, стоит 84 баксов. Это более старая модель, практичная. Я не против. Вот, я думаю, мы ее купим, потому что после наших нескольких последних хайков мы сделали вывод, что кроссовки, которые у нас есть, они уже однозначно не справляются с задачами. Поэтому, когда мы идем, преодолеваем препятствия с реками, большим количеством грязи, джунглей и вся вот эта вот движуха, ноги выходят из строя. Последний раз мы сдались на определенном этапе, просто потому что фактически было не пролезть. Поэтому вот покажи такую вот обувь. Угу. Я думаю, мы эту галочку себе, задачу поставим на следующий месяц, да? Еще одна фишка, которая мне очень нравится в 5.11, это ихние ремни. У них есть специализированные ремни, которые очень-очень прочные, мощные, то есть фактически покупаете один ремень на всю жизнь. Очень классная штука. Итак, я наконец-то получил свой новый рюкзак. Очень интересная, прикольная фишка. Вот такой вот. И приедем домой, сделаю более детальный обзор. А сейчас нам пора ехать дальше. Поэтому, ребята, если есть вопросы по поводу 5.11 и хотите рассказать свою точку зрения, обязательно оставляйте. Мой рюкзак вышел мне с налогами, со всем остальным, 73 доллара 15 центов. Конкретно вот эта модель. Ребят, пришло время рассказать про мой новый рюкзак, который я купил. Значит, этот рюкзак, как я и говорил, я его специально купил и, в принципе, долго выбирал для работы с луком. Мне нужен был рюкзак, в который я могу поместить свой лук, свои стрелы, дополнительную снарягу, и при этом это должен быть небольшого размера рюкзак, который даст мне возможность ходить на небольшие расстояния, при этом не носить с собой огромный вес. Я его взял на замену этому рюкзаку. Этот рюкзак тоже 5.11, он прослужил мне больше, наверное, 4 лет, и теперь Валерия Николаевна получает его в свое пользование. Часть его я перекину сюда, но фишка в чем? Давайте ближе к самому рюкзаку. Во-первых, он значительно выше. Вот так вот выглядит сама лейба. Здесь вот такое краткое описание. Этот рюкзак предназначен для ношения винтовки сзади. Обратите внимание вот на эту часть. Это то место, куда вставляется непосредственно ваша винтовка. Если вы отстегнете вот здесь, вот здесь крепление для самого ствола, и снизу вы его расстегиваете, и здесь высовывается, в принципе, остальная часть винтовки. Плюс и здесь снизу дополнительный ремень для крепления. То есть фактически разработан для работы с винтовкой, но моя задача здесь носить лук. Почему я выбрал именно этот рюкзак? Во-первых, я уже доверяю этой компании. Во-вторых, обратите внимание, пожалуйста, вот на такую часть. Здесь специальная сетка, довольно-таки очень качественная, она эластичная, которая позволяет вам вставлять все, что вы, в принципе, захотите в разумных пределах. Однако, моя задача была найти то, что позволит мне вставлять мой блочный лук в заднюю часть рюкзака. При этом она должна быть хорошо растягиваться по ширине. Вот так вот. Собственно, здесь и будет мой лук находиться. Когда я его вставлю, возможно, кину пару фотографий. Тут достаточное количество карманов. Здесь есть сквозные карманы, чтобы проходили вовнутрь. Также здесь можно размещать hydration system, то есть мой camelback в случае необходимости. Я его не часто использую, однако тут есть такая возможность. Мне очень нравится, как сделана спинка. Обратите внимание, это уже еще не пластиковая, но уже плотная вставка, позволяющая дышать вашей спине. Соответственно, когда вы работаете на Гавайях или в условиях тропик, вы максимально хотите получить комфорт и убедиться в том, что ваша спина не будет потеть, как у идиота. И эта штука вас очень сильно выручает. Еще один приятный момент, обратите внимание, значит, это накладки на ваш ремень. Я ремень не часто использую, но я очень хотел иметь именно ремень. Объясняю почему. Потому что на этом ремне
Вот он так вот идет спереди. Вот. Я его вешаю сзади, когда я не планирую его использовать. Во время охоты с луком и во время моих вылазок куда-нибудь в горы, те, кто на нашем канале уже давно, вы прекрасно видели, как часто и как далеко мы заходим. Не хочется во время перехода отвлекаться на то, чтобы постоянно снимать, одевать рюкзак. Поэтому эти дополнительные карманы я в перспективе буду использовать для того, чтобы повесить самое необходимое слева и справа, чтобы во время передвижения меня ничто не отвлекало, и мне не приходилось снимать мой рюкзак каждый раз, когда мне понадобится какая-то мелочь. То есть это классная штука. Еще мне очень понравилось то, что здесь есть вот такая вот резиночка, которая позволяет закрыть пластиковую часть, тем самым обезопасив, нет трения на ваш живот спереди, и при этом вы избегаете момента случайного открытия. Редко случается такая штука, но тем не менее полезна. Значит, два эластичных кармана по бокам. И что мне нравится, здесь есть дополнительный отдел для всех наших карманов. Для большой бутылки, для длинных элементов. Я думаю, здесь можно будет в перспективе разместить дополнительные накладки на стрелы и все, что мне понадобится с этим делом. И вот еще один очень длинный карман. Вот. Когда вы работаете с луком, длина рюкзака играет значение. И вот, собственно, основное отделение. Значит, в основном отделении, значит, спинка очень жесткая. Можете обратить внимание. Здесь идет уже такой хороший матерый пластик. Вот, сюда вы вставляете ваш камелбэк и выводите сюда элемент, трубку для того, чтобы пить. И можете вот так это все дело комфортно зажать, чтобы оно вам не мешало. Объем рюкзака небольшой, но, как я и сказал, мне этот рюкзак не на длинную вылазку, не для турпоходов, а именно для охоты. И тут самое-самое необходимое, что мне понадобится не только для охоты. Поэтому этого размера мне более чем достаточно, чтобы положить сюда все необходимое. И вот так вот эта штука вся работает. На самом деле, я потратил порядка месяца для того, чтобы найти для себя что-то компактное, удобное для вылазки, для того, чтобы переносить лук, для работы на коротких дистанциях, для того, чтобы взбираться на горы, на скалы, и при этом иметь все необходимое, чтобы тебя это не отвлекало большим размером, потому что этот рюкзак очень классный, но это больше для туризма. Для тех задач, для того отдыха, который я предпочитаю, этого рюкзака было мало, но учитывая того, что его будет носить Валерия Николаевна, тут у меня будет такая не тяжелая вторичка, там спальный мешок, например, в случае, если мы идем с ночевкой, пару МРИ для перекуса, может дополнительный резерв с водой. Однако основные фишечки я буду ложить сюда. Плюс, обратите внимание, блин, смотри, какая красота вокруг, да? Что для меня важно, чтобы была возможность поднять мой рюкзак максимально вверх. Для этого есть вот такие вот вещи здесь. И вы можете его зафиксировать в верхнем положении и в нижнем положении. Очень удобная штука. Вот так он выглядит на вас. Я еще не доделал все моменты до конца. Он еще очень новый, но вот именно так выглядит такой рюкзак. Я за него отдал, и это еще один приятный момент, $70. На самом деле это очень небольшая цена для такого качества и такого рюкзака. Поэтому, кому интересно, настоятельно рекомендую для таких задач приобретать вот приблизительно такие вещи. Впоследствии я буду рассказывать о многих других дополнениях. Кому интересно, подписывайтесь на нас. Будем очень много общаться по поводу охоты, охоты с луком и активного отдыха не только на Гавайях, но и в других местах. Колокольчики, бубенчики, все это дело нажимайте, чтобы не пропустить. Точно так же у нас есть на нашем канале фишечка. Мы стараемся проводить свои стримы в каких-то очень интересных местах, если позволяет сигнал. Горы, джунгли, те места, которые, в принципе, немногие показывают. Мы вам их покажем. Ребята, оставайтесь с нами и всего самого хорошего.